страх, очень сильная эмоция, и она не может справиться с ней. И как бы, можно ли с этим как-то работать? Вот вы на все говорите, что только окружающий свет. Вот с такой эмоцией, как страх, которая... Окружающий свет и страх. Страхом является отсутствие наполнения. Как обычно, любые наши эмоции – это или положительное наполнение наших желаний, или недонаполнение, отрицательное, можно сказать, наполнение наших желаний. Это и есть, в общем, страх является основной, можно сказать, такой вот составляющей нашего ощущения жизни, мира. Это все исходит из опустошенных наших желаний. Когда мы наполняемся, страх исчезает. Когда мы, наоборот, опустошаемся, то возникает ощущение страха, безопасности, отсутствия безопасности, тревоги, всевозможные. Есть вообще около 800 видов страха. Это очень серьезное ощущение опустошенного нашего желания. Пустого кли, так называемого. Вот. Так что это все, что называется, лечится с помощью кабалы. Но для этого надо систематически заниматься. И самое главное, в группе. В группе. Тем более вот такие отрицательные эмоции, которые ощущаются в опустошенном желании, и которые надо быстренько наполнить, эти желания наши. Тогда эти отрицательные эмоции сменятся положительными. Это все самое эффективное, что можно пожелать, это работа в группе. Одинокому человеку очень трудно будет достичь такого состояния. Вызвать на себя окружающий свет в группе очень легко, а без группы очень тяжело.